Соседи по земельным участкам в переулке Кубанском забеспокоились, когда хозяин дома номер 17 разрыл тротуар – территорию общего пользования. Как выяснилось, предприимчивый станичник решил сделать септик, не оформив документы на разрытие. Разрытие таких септиков, канав, я не знаю, должно согласовываться с администрацией или с архитектурой. Тем более, что если оно находится в непосредственной близости от центрального водовода. Не было и разрешения на подключение к коммуникациям предприятия «Анапа-Водоканал». Но станичника это не остановило. Он начал прокладку труб в 2 метрах от централизованной системы водоснабжения. В случае такого незаконного подключения пострадать могли десятки домов. В случае порыва водопровода и обратной инъекции в водопровод фекалиями от септика, то это грозит. Вы понимаете, чем. Специалисты управления муниципального контроля возбудили административное производство в отношении анапчанина, подготовили пакет документов и направили на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. Незаконные строительные работы приостановлены.